первый маленький перерывчик за сегодня с утра. Не помню, говорил я в прошлый раз или не говорил. Есть один интересный стимул в работе. Не знаю, как на кого он действует. Вот. Это музыка, короче. Я вот вчера музыку не слушал. Все так вяло происходило, так не очень. Сегодня музыку включил и 40 минут без остановки. Вот. Вчерашнее, что оставалось. Я верхний слой снял. Сейчас еще нижний сниму. Сюда вот перекидал. И, по сути, начну сейчас мусор, наверное, скорее всего, перегружать. Единственное, что сегодня еще хочу. Ты видишь вот эту вот красоту? Видишь вот? Красиво, да? Я понимаю, красиво. Но вот ходить неудобно, если честно, когда такая высокая трава. Поэтому надо скосить. Как ни жаль эту красоту, но придется косить. Опять дружище отдыхает. Кот соседский пришел в гости, на скамеечке спит. Так заснул, что не заметил. Так заснул, что не заметил, как я подошел. Не понял вообще, откуда у вас звук. Ты куда? Стой. Капец. Когда ее закопают в траншею, а? Никто не знает. Капец. Сдвиг какой-то пошел, да? Я решил немножко поглубже прокопать, чем 20 сантиметров. Сколько тут сантиметров, может быть, под 40. И чтобы больше мусора все-таки похоронить. Сейчас вот взял у соседа тележку. Буду засыпать потиху. Единственное, что хотел поделиться впечатлениями. Сейчас вот посмотрел, сколько мне еще работы впереди делать. Такое отчаяние. Блин, капец, это столько всего нужно переделать. Руки просто-напросто отрываются. Как это все сделать, я вообще не знаю. Потихо делаю, делаю уже, наверное, скоро месяц, как я здесь. И ну, что-то делается, но все равно... Смотришь, но работа не убавляется нифига. Она только прибавляется. Ой, боже мой, как с этим справиться? Каждый день же езжу. Боже. Ладно. Все равно больше некому делать. Пойду буду делать, что делать. Нет вариантов вообще никаких. Придется делать дальше. Короче, пока сортирую мусор там вот, который в виде камней, там кирпичей битых, там же куча целая в начале участка. Я что подумал, вот альпийская горка начала расти, видишь? Вот я выбираю более-менее адекватные камни, это которые не бетон, не кирпич, там, ничего, а именно камни. И вот потихоньку их собираю. Смотрю, сколько насобирал. Короче, решил немножко и под домом убраться. Тут вот куча было битого газосиликата. Здесь, там с той стороны дома все убрал. Тоже захороню. Зачем оно? Потом куда его девать, непонятно. Так. Не получится показать, как тележка ездит. Хотел заснять этот момент. Ладно, поеду выбрасывать. В перерывах между тяжелой работой можно заняться легкой и приятной. Нужно, мне сказал директор, что нужно ленту эту удалить, потому что потом она так прилипнет, что придется затратить усилия, чтобы потом ее достать. Проще, когда будешь заниматься там штукатуркой и всем прочим, проще малярную ленту наклеить, чем ждать, пока это придет. Кто любит таким? Кто любит заниматься такими штуками? Приятно, да? Тележек 12 я уже мусора закинул в яму. Там, я не знаю, виднеется трошки, не виднеется. Ой, это качество плохое очень.
У меня очередной перерыв. Распалил костер, немножко мусор попалить. Так хорошо. Солнышко, комары. Комары как конь. Это вчера, по-моему, не, позавчера. Комар прокусил меня через майку и через байку на спине. Это капец. Вот такие вот летают. А жалос мой палец, ей-богу. Вот честно слово не вру. Ой, кастик, заодно покажу, сколько у меня там мусора уже перекочевало с одного места в другое. Вот. Это то, что все было. Бетон. Отсюда я перекинул туда. Это вот я уже навозил сначала участка, где камни. Потом решил повыкидывать мусор, который штробил. Какая разница, что там этот будет лежать. Вот такая вот штука засыпается. Здесь где-то 12, не знаю, может 14 телег. Я думаю, еще штук 10. Больше сюда не влезет, наверное. Штук 10 накидаю камней. И потом, может быть, сверху еще песочком присыплю. Чтобы было красиво. Подумаю над этим. Постараюсь сегодня сделать. Хотел покосить сегодня, но успею, не успею, не знаю. Сейчас вот отдохнул 10 минут, пойду, наверное, дальше. Ладно, все, короче. Пора работать. Она вообще заканчивается, эта куча? У меня такое ощущение, что эти камни размножаются, пока я их ношу туда. Привожу тележку, высыпаю, приезжаю назад. Ничего не изменилось. Как была куча, так и есть. Жесть. Ладно, продолжим бороться. Решил перерыв между камнями сделать поболее полезным. Сменить род деятельности. Короче, лестница начала немножко плесневеть и так и не перестала. Черная. Здесь вот очень хорошо заметно. Я решил, думаю, раз отдыхаю, займусь делом. И вот обработал лестницу всю. От этого, от грибка средством. Хорошо хоть осталось от стенки, когда обрабатывал стенку от этот мох. Тут начало и водоросли зеленые расти. Я купил 4 бутылки. 3. Вот. Осталось 1,5. И мне чутелька хватило на всю лестницу. Вот обработал, туда залазил тоже, снизу обработал, и эти доски поднял, они снизу тоже были в черной плесени. Ну, доска сырая, и она не высохла, начала плесневеть, потому что сыровато ж еще, если было лето, оно бы высохло, а так пришлось обрабатывать. Одел на этот раз маску и очки, потому что в прошлый раз мне поплохело. Я без маски работал. Немножко надышался этой гадостью. А сейчас, ты знаешь, очень даже хорошо себя чувствую. Не поплохело. Ну, надеюсь. Надеюсь, средство хорошее поможет. Как оно хоть называется? Кондор какой-то. Биотолспрей. Ну вот на блоке вся зелень пропала. И блоки, они были там в том месте, где зеленые, они... Они прям воняли плесенью, болотом. Весь запах ушел, и зелень исчезла. Все нормально стало. Надеюсь, то же самое произойдет и с лестницей. Ладно, все, пойду раздеваться, мыться от этой гадости. И, может быть, что-нибудь еще поделаю с камнями. Из 27 сегодня уже. Ты знаешь, что я подустал немножко? Я не закончил, наверное. Тут не буду. Тут еще песка очень много уйдет. Тут еще надо камни подсыпать. Тут столько получилось. Не знаю, я уже со счета тележек я сбился. Не знаю, сколько их. Тут 30-40 уж. Не знаю. Короче, я уже перестал считать. Наверное, буду сегодня, наверное, закругляться. Единственное, что хочу показать. Помнишь кучу мусора? А ее здесь нет. Здесь теперь очень даже чистенько, красивенько. Так что
какая-то все-таки доля работы выполнилась, красиво сделалась. Если не успел фундамент сделать, ну да ладно, бог с ним. Все, короче, буду, наверное, закругляться, мыться, тележку надо отдать, инструмент собрать. Короче, это еще на 30 минут, на 40 сборов. Как раз выйду по 8, может, домой. Все, поехал. Не знаю почему. Хотя что почему? Может быть, знаю. Но немножко не понимаю. Когда скашиваешь траву, становится прям приятнее смотреть. Хотя вот что должна трава мешать? Вот так подумать, ну пускай себе растет. Вроде красивая. Вот скосил сегодня. Как цепью косил, так что немножко кое-где не цепляет. Хотя трава очень большая была. Было сложно. Было немножко сложно скашивать. Вот она прям вся такого размера огромного была здесь. Где смог, где залез. Кое-где не стал залазить. Думаю, ой, господи, вот этот вот кусочек, да хай она растет. Потому что цепью, когда врезается в препятствие, так из рук выбивает этот триммер, что аж прям подлетает все. Поэтому старался обходить все препятствия, а не задевать. Ну, там немного, там немного. Вот тут... Вот оцените, да? Оцените. Сразу и места больше стало. И как-то прям покрасивело все, что ли, вокруг. Не знаю. Во, хотел показать, какие рубит цепью палки. Сегодня вот все равно не успел. За 3 часа, ну, не хватило мне времени. Вот сейчас уже 7:30, уже, я думаю, не стоит, наверное, потому что пила у меня очень громко. Не стоит дальше косить. Надо в другой раз докосить. Ну, вот эту часть вроде как всю успел. Эту часть вроде как всю успел, а то сколько поскашивал поросли молодой. Лезут эти и сливы, и яблони мелкие с корней. Вот тут успел. Вот здесь вот кусок не стал трогать. Тут эти ветки лежат. Реально, блин, не подлезти. Надо сразу ветки спалить, потом докашу. Туда немножко залез. Ну, здесь за дом туда вообще не залазу. Там куча мусора, потому что так вот с большего немножко скосил. Где смог, где подлез. Туда не полез, там мусор. Вон туда дальше, там битые блоки. Тут непонятно, что вообще. Кусты, деревья. Короче, куча всего. Поэтому не полез туда. Ну и здесь, вот пока бензин еще был в триммере, думаю, докашу. Здесь начал и пытался продвинуться трохи. Ну, вот еще такой немаленький участок остался. Я думаю, на 2 часа косьбы еще, не меньше. Потому что здесь косится очень сложно. Здесь плотная-плотная трава. Тем более, что я же хочу еще за забором покосить. Так что тут еще 2-3 часа придется косить. Здесь вот немножко залез. Здесь огромные кусты были. Крапивы, блин. Я решил ее скосить. Вон, видишь? Мне еще туда надо покосить вот это все. А там тоже бурелом серьезный. Я еще здесь даже не брался. Это как бы не наша собственность, да? Но все равно, что возле участка-то обкашивать надо, по идее. Так что придется. Буду косить. О, бусел сидит одним глазом на меня смотрит. Так, ну, вот, как-то так. Сегодня целый вечер у меня был косьбы. Не копал, ничего не делал, только косил, 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 почти без перерыва. Давал немножко триммеру отдохнуть минут 10-15 и опять косил. Короче, три этих выкосил, как их называют, господи, забыл. Бензобака выкосил, 3 бензобака выкосил на этот вот участок, что показал. Кстати, кое-что забыл сказать. Помните вот этого вот полосатого друга, которого я вчера спугнул на скамейке, да? И который к нам в гости повадился ходить. Он сегодня оставил сюрприз. Здесь пометил территорию. Так, здесь... А нет, здесь просто потоптался. Потом...
Вот здесь вот пометил территорию, я вытирал. Здесь пометил. Хорошо, что целлофан был на кресле, территорию. Больше я как бы не нашел. Лазил тут по всему дому. Искал, где друг нам оставил свои миски. Блин, капец. Пришлось применить к нему санкции. Сейчас покажу, какие. Раз он такой гавкий парень, тут я симпровизировал маленькие порожки, чтобы эта зараза больше к нам не залезла. С этой стороны тоже. Так себе получились порожки. Ну, как есть. Я ж не буду сейчас прям изготавливать какой-то суперский порог временный. Все равно ж потом будет пол заливаться. Уже скоро будет пол заливаться. Поэтому не буду ничего делать. Пускай пока эти доски полежат. Я думаю, он не залезет больше. Блин, хвостатый, слушай. В общем, ладно, все, я домой.